И доброе утро всем тем, кто пытается проснуться и собраться на работу. На дворе пятница и отличная погода, поэтому собирайтесь с удовольствием. Итак, настала долгожданная пятница, да еще и погода несказанно радует. На термометре сейчас 20, а днем синоптики обещают нам 25-27 градусов тепла и никаких осадков. Зонтики смело сегодня оставляйте дома. Весь день будет светить жаркое солнце и дуть легкий юго-западный ветерок со скоростью 2-4 метра в секунду. Солнце взошло сегодня в 5 часов 45 минут, а зайдет в 22 часа 23 минуты. У нас впереди с вами долгий августовский день. Самая жаркая погода в этот день 31 градус была вот в нашем городе в 1986 году, ну а самая холодная плюс 8 в 1969. Страшно представить, честно говоря, такую погоду. Гудение грузного шмеля, как глаз воззвавшего в пустыне, звучит. И на пригорке стынут в помятых шляпах тополя. Еще не скошены луга, хлеба не сметаны в стога, земля беспечна и нагрета. Но угасающего лета улыбка светлая, строга, и грустный шмель гудит об этом. Это стихи Марии Синельниковой. Но наше лето еще не угасает, только 3 августа сегодня – пятница, а впереди выходные. В субботу синоптики обещают нам теплую, приятную погоду. 23-25 градусов и кратковременные дожди по городу Ленинградской области. А в воскресенье похолодает до 16-19 градусов, зато будет ясный, солнечный, теплый день. Напоминаю, что сегодня пятница, 3 августа. В городе и области будет жара 25-27 градусов. Желаю вам отличной пятницы и выходных. С вами была Лиза Бондарь.